Приветствую вас, Максим. Слушайте, Максим, что делать, вы спрашиваете, чтобы что? Что делать? То есть, чтобы что? Что в итоге-то хотите вы получить? Чтобы человек, не знаю, не подсматривал за вами и папой? Или вы хотите, ну, чего вы хотите в итоге? Потому что, ну, я могу понять, что вас, к примеру, задевает эта история, что он за вами подсматривает. Я могу это понять, правда, могу понять. Вот. Так, ну а дальше что? То есть, вот, что дальше? Что вы хотите в этой ситуации? То есть, вот этот момент, он не ясен. На мой взгляд, он ясен. Понимаете? Какая штука. Так вообще, что с ребенком нужно разговаривать, с ребенком нужно поговорить, ребенку нужно у ребенка нужно спросить, что он делает, что ему нравится, вот. А у ребенка прям, ну, прям вот, прям желательно спросить эту историю. Что ему хочется, почему он так делает, почему он так поступает. Вот. Да, это, ну, это не очень, да, это не очень приятно, может быть, да, это может быть не очень комфортно, да, это, ну, ситуация вот такая вот, далеко не, ну, далеко не самая лучшая ситуация, да, это правда, это правда. Плохо ли то, что делает ребенок? Нет, я так не думаю. Я не думаю, что это плохо, что он делает. Для него, по крайней мере, ничего плохого нет в том, что он делает и как он вот поступает. Для него ничего плохого нет. Он все не понимает, возможно, ничего, вот. Не понимает, что это плохо, но уже будучи подростком, да, стесняется, потому что подозревает, что подозревает, что его будут как-то вот осуждать, вот, понимаете, такая вот история. Я бы сказал, что здесь может быть вот еще такой момент, что у ребенка мало друзей, возможно, ну, возможно, есть мало, возможно, друзей мало у ребенка, вот, недостаточно, мне так показалось, по крайней мере, иначе бы он не подглядывал за вами и за папой. Если у него есть сложности с взаимодействием, с людьми,
да, что ему нужно помочь в этом. Вы помочь ему не сможете в этом, скорее всего. Скорее всего не сможете помочь. Ну, мне так вот кажется. Потому что у вас недоверительные отношения. Ну вот, с мальчиком. А я вас не обвиняю, вот, я просто констатирую факт. Вот. То есть спокойно, без негатива, без сот, спокойно просто донести до человека, чтобы он рассказал, почему он это делает. Вот. Вполне возможно, что здесь имеет место быть проявление его ориентации сексуальной, вот. Которая при наличии замкнутости, при наличии проблем с выстраиванием коммуникации, ну, может привести к достаточно негативным последствиям в дальнейшем для ребенка, опять же. Вот так, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.